Сейчас вот двери открываем, и надо стрелять. И начинается заварушка, ребята. Ты смотри, они даже не могут к нам подойти. Глок. Слушай, вот это глок, а. Да, очень-очень бодро, ребята. Убегаем от толстячков, ребята. Наш забег с толстячками-хомячками. Забег с толстячками — наше любимое занятие. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detool, и мы продолжаем играть в Last Day! Всем привет, дорогие друзья! Ну что же, у нас сегодня очень прикольный челлендж! Да, ребята, экспериментальное видео! Сегодня мы посмотрим, сколько глоков нам нужно, чтобы зачистить бункер Ральфа! Да, но до этого нам нужно все-таки радио послушать, какой там код-то хоть. Эх, да, радио надо послушать. Ребят, смотрите, чем мы запаслись. Кучей глоков, у нас есть аптечки, целых аж почти 60 штук. Нас на турельчик у нас есть винторезик, а иначе мы турельчик не возьмем. И даже красных карточек у нас накопилось для того, чтобы открыть сразу же большой сундук. Но это мы сделаем чуть-чуть попозже. Да, ребятушки, так что сейчас мы смотрим, слушаем радио. И код 79678. 79678, ребятки, поехали. Надеюсь, все запомнили. Мы, по крайней главное, мере. Главное, чтобы мы запомнили сейчас. Да, так, 70... 79678. 79678, да, ребят, именно так. Ну что ж, мы используем наш лайфхак, едем на чопере, но бежим, и все равно едем на чопере. Итак, перемещаемся. Так, бежать, ребята, тратим энергию, а вы не забывайте поставить лайк, ребята, подписаться на канал и, конечно же, поделиться этим видео со своими друзьями, чтобы все увидели, сколько глоков-то надо, чтобы бункер зачистить. Да, ребяшки, мы очень сильно ждем обновления, потому что пока что в игре мы, по всей видимости, достигли максимума, больше нечего нам построить такого прикольного, ну, и вам показать. Почему нечего? Вот мы построили кормушку, кстати говоря, не показали вам, для лошади, ребята, и ждем, пока она к нам придет. Мы думали, построим кормушку, и придет лошадь, но печаль, да, беда. Да, и, к сожалению, да, 7, 9, 6, 7, 8, и открываем, ребятки, бункер Альфа, идем туда с глоками. Слушай, вот это у нас очень крутой глок, он у нас модифицированный, тут есть глушитель, увеличенный магазин, лазерный прицел, так, я не вижу, что ж не показывают-то, и коллиматорный прицел, а зачем нам... Коллиматорный прицел, глушитель, увеличенный магазин, то есть, короче... Короче, по максимуму прокачан у нас глок, и, ребятки, мы сейчас посмотрим, на что глоки у нас способны, ведь именно первый раз с глоками мы сюда приходили. Итак, мы постараемся зачистить все комнаты и показать вам, сколько глоков нам нужно. Полностью все комнаты, ребята, отлично. Слушай, ничего себе он снимает. Да, совсем неплохо снимает глок, ребята. Так, здесь у нас, кажется, был какой-то... А, нет, никого у нас здесь никого нету, вот в соседней комнате снизу есть. Слушай, там, кажется, сразу... Там здоровяк какой-то плотный. Толстяк, да, тут сразу толстяк, ребята, и толстяк у нас отхватывает. Слушай, ничего себе мы его с глока-то, а? Да, ребятки, совсем неплохо глок справляется. Давай, не забывай их зачищать, потому что нам нужно карточки. Ребята, карточки нужны. Вот как раз у нас есть... Давай посчитаем, места. Сколько мы запаслись глоками. 5, 10, да, у нас... Ну, 13-14 глоков у нас. 14 глоков, ребята, у нас в военном рюкзаке. Нет, в военном 13, 14 в руках. Отлично, 14 в руках. Карточки для них есть место. И мы отправляемся дальше. Итак. Так, у нас тут два зомбака, если мне не изменяет память. Один вот здесь. Оп-оп-оп-оп. Надо, кстати говоря, подкрадываться. И мне кажется, мы больше урона-то будем наносить. Думаешь? Ну-ка, давай попробуем. Мне тихо. Оп-оп-оп. И... Да, нормально мы наносим и так урона, ребят. Ничего тут подкрадываться, надо разносить их. Оп, все взять. Все, как хорошо получилось. Удачно ты захватил. Четко прям захватил локацию, ребятки. И зелененьких уже насобирали очень много. Ребята, у нас в бункере Альфа теперь выпадает намного чаще и бензобак, и вообще запчасти для чопера. Да. Так. Ох, слушай, кстати, ну это мы потом подсобираем все, ребятушки. Да, ребят, мы потом придем сюда и зачистим. Нам самое главное посмотреть, сколько глоков нам нужно для именно зачистки бункера. Второй этаж. Погнали на второй этаж. Первый этаж пока что на изи мы зачистили. Вот второй этаж будет серьезнее. Ух, конечно, будет серьезнее. Здесь-то у нас дыровики-то помощнее. Так. Вот здесь, конечно, будет тяжковато нам. Знаешь почему? Потому что там очень много зомбаков.
Да, сейчас сразу пойдет. И да, и вот смотри, еще эти руки протягивают. Прям уж как-то мне страшно. Сейчас вот двери открываем и надо стрелять. И начинается заварушка, ребята. Ты смотри, они даже не могут к нам подойти. Глок. Слушай, вот это Глок, а. Да, очень-очень бодро, ребята. И, кстати говоря, там большой сейчас толстячок будет у да, нас слева. Да, вот там внизу, слева, толстячок. Так, давай подождем, когда мы, подожди, там сразу, а то на двух напоримся. Ты что, по одному, что ли, хочешь снимать? Ну да. У нас токсичный зомби здесь, он даже не добежит до нас. Прекрасно. Так, и толстяк, толстяк, получай, получай. Слушай, от толстяка может даже было немножко убежать, но мы не будем. Да ладно, мы аптечек запаслись, нормально. Смотри, карточек главное собираем-то сколько много. Вот здесь у нас тоже толстяк, если я не ошибаюсь, там два толстяка. Токсичный толстяк и обычный толстяк. А вот здесь у нас вообще бегунчик и... Давай, вскрывай. Там этот... огромный, гигант? Гигант, яргик. Яростный яргик? Гигант. Ну да? Давай, что делать, поделаешь. А нам Глока хватит-то? Ну да. Ну-ка давай попробуем. Опа, яргик уже пошел, ребята! И надо отходить. Да, вот от этого пузана точно надо отходить. Очень надо быть бодренько. Слушай, очень бодро мы его отстреливаем на самом деле. Да, неплохо, ребята, неплохо. Еще лазерный прицел у нас есть. Так. И... о, всего лишь. А, слушай, жалко, стрельни. Не красная. Да, обычно красные бывают. Так, ребята, обязательно вскрываем машинку, но здесь обычно какие-нибудь драненькие штанишки валяются. Которые нам, если честно, на данном... о, да, слушай, шапка. Шляпка. Шапка, да. Ну, шапка тоже нам не нужна. Ребят, мы спокойно уже поднялись на нужный уровень и клепаем себе спецназовскую вот эту вот спецвойсковскую броню. Да, только она у нас не изучена. Клепаем мы ее. Ну, ну это у нас выпало из нашего доблестного черного чемодана. Да. Так, хватит нам здесь на этих здоровяков-то или нет? Сейчас будут дамажить нас. Ну-ка. Ой, ты да, слушай, вот это вот мы, наверное, отбегаем. Опасное движение настроили. Опасное. Так, от этого тоже отбегаем, ребята, подальше, чтобы он нас не смог задамажить. И добиваем. Прекрасно, пока что идем. Так, этот Глок практически закончили, там как раз. Но надо его до конца добивать прям. Да, за решеткой. А что ты не забрал там сундучочек, не залутал? Слушай, я не забыл, что здесь хорошая вещь-то у нас лежит. Хорошие вещи лежат у нас здесь, ребята. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так. Слушай, мы уже пол второго этажа, мне кажется, почистили. Ну, Глоками. Опа, зеленая карточка. Пол не пол, но все равно. Да, частично мы его зачистили, это неплохо. Так, здесь у нас ничего нету. Пока что надо добить этот Глок на малыша. Смотри, давай вниз, наверное, зайдем. Давай здесь, или там внизу добьем. Да нет, или давай... вот смотри, вот здесь сейчас, вниз, не, подожди, внизу вот там будут еще. Вот, давай точно, их зачистим. Точно. Так, бегун, там толстяк у нас здесь, толстяк. Давай. Ой, а Глок-то закончится? Ай, закончился. Бежим. Давай бежим. Подлечимся. Да, и берем... И берем еще один модифицированный Глок и дамажим его. Слушай, это прям громкий такой. Но тот у нас был с глушителем просто. Да, слушай, тот поп... Да ладно, ну где в туалет приперло? Ну в самый не лучший момент, а? Совсем не лучше. А где значок туалета-то? Он пока что только собрать что-то может. Нажми собрать. Хочет подобрать, подбери. Так, отлично. Пока хочешь что... туалет, о, сходи. Хочешь туалет, сходи, пожалуйста. Вот на этого толстяка здоровенного как раз. Чтобы он... Слушай, он унизил его, мне кажется. Ну, а как он хочет? Слушай, смотри, вот это тоже у нас модифицированный. Модифицированный Глок, ребята. Давай посмотрим, что у него. И у него просто лазерный прицел. Но лазерный прицел дает нам плюс 4, потому что у обычного Глока у нас 20. Mm-hmm. 20 атака, видишь, какая? Да. Интересная вещь. Слушай, у того был что большой плюс, у него был магазин большой. Увеличенный, да? Да. То есть он его на дольше хватало? Да. Так, ну-ка, бегуна, да? Завалим бегуна? Да. Опа, два бегуна. Прекрасненько. Отлично, ребята, чистим бункер. А что, не берется? А вот, отлично. Так, здесь у нас ничего нету, а вот сюда можем зайти, да? Да, можем. Нет никого здесь у нас. Ну я так на всякий случай, знаешь, когда спецназ врывается в дверь. Пальнул такой. Расшибает дверь и сразу начинает стрелять на всякий случай. Вдруг кто? Так, ладно, бинты нам не особо нужны. Да, бинты пока не особо нужны. Так, а здесь кстати, еще одна дверь. Еще одна дверка, давай. И бегут здесь у нас. Бам-бам-бам-бам-бам. Я вот это перепутал на самом деле двери. Так, ты отлично. Думал? Ну ладно, нормально, четко. Не, ну а что, лишний раз перестраховаться никому не мешало. Кстати говоря, вот сейчас там сверху мы завалим через стенку. Да, через мне это. Очень нравится, когда особенно Яргик стоит. И ты да, такой, да, 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 и ты отстреливаешь прям на изи. А вот там, кстати, слушай, этому и пить, и есть уже захотелось. Ну как же так-то, а? Придется... Слушай, а что-то у нас воды, да, нет, походу, воды запас. Мы не взяли, ну пока что вот... Восполним вот так вот, а там у нас будет уже бутылек. Наверняка где-нибудь водичку найдем. Да вот здесь вот, где яростный сейчас будет гигант. Вот тут вот, где... Слушай, а что ты не залутал этот стойку?
А пока что стойку какую? Вот эту. Пока что нет необходимости на самом деле, потому что там меня напрягает Яргик, который за стенкой находится. Да, мне вообще не напрягает. Ты смотри, а мы... спиртика нельзя хлебнуть? Жалко, нет, а. Так бы сейчас хлебнули и остались. И откинулись, да? Да. Так, 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 так. Давай через эту дверку заходи. Ну, понятное дело, тут пока что толстяки у нас на для разминочки, а? Для закуски. Оп-оп-оп-оп. Убегаем от толстячков, ребята. Наш забег с толстячками-хомячками. Забег с толстячками — наше любимое занятие. И, о, как хорошо, они как-то мы порознь их дамажили, да? Слушай, нет, такое ощущение, что мы даже с винторезом не так бодро проходили. Слушай, ну глоки, да, ребят, глоки тащат определенно в бункере, так что если думаете... И причем они гораздо лучше выпадают. Так, вот этого вот дядьку надо, знаешь как, надо его поводить, походить здесь с ним. Ну, можно туда-обратно идти и спокойно с ним ходить. Да, мне кажется, тут ходить не надо, он поляжет еще так. Он даже до двери не успеет дойти. Так, до двери не успевает дойти, отлично, ребята. Ну, я давно уже для себя решил, что глок против вот яргигов — это то, что... Хорошее, нужно. Да, оружие, прям, да, зачетное. Очень хорошее. Так, что у нас в мусорке может быть? А здесь и водичка, кстати говоря, может быть. А может, может и валяется, да? А карточка только. И всякая мусор. Всякий так, мусор. Ну неплохо. Карточка тоже, на самом деле, нужная вещь. И мы как раз хотели открыть чемоданчики-то. Конечно, ребят, чемоданчики обязательно. Вот водичка, я ее как раз и ждал. Раз, два. Покушаем немножко, а то мы голодненькие. И карточка здесь, ребята. Вот и собираем нашу коллекцию. Так, у нас 20, если я не ошибаюсь, нужно зеленых, 25 желтых и 30 красных. Да, вот красных нам не хватает, да? Ну, красных мы, да. Мы, у нас 26 пока что только. Конечно. 4 нужно еще найти. Возьмем, ребятки, возьмем. Все откроем сундуки. Так, дверка у нас вот эта заперта была. Так, давай смотрим. У нас глок, кстати говоря... Да нормально еще, нормально. Похудал уже. Только мы пока второй, да, глок используем? Да, пока что второй, но он уже так, на исходе. А там у нас турелька будет, да? Ну, на турель мы специально здесь... Подожди, сейчас выключить надо. Ну, конечно, да. А то откинемся. А туда сейчас нас покоцает немного. Мы, конечно же, ждем, когда можно будет попасть вот к этому здоровячку, который слева находится. Да, ребята, громилу мы точно завалим, обещаем вам в одном из следующих видео. Но говорят, что нам громилу надо с миниганом, а минигана у нас пока что ну-ка, нет. Ну-ка, стреляй. Да нет, еще пока да не стреляй. Показывается. Не показывается еще. Вот, вот турельчик, смотри, чуть-чуть надо было подойти. Очень хорошая у нас... Так, отлично. Все, меняем винторезик на наш глок. Так, глок на винторезик, и тут мы справимся или нет? Мне кажется, не хватит нашего глока вот на этих ребят. Ну, отбежим, отбежим, ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой, начинается заварушечка, ребята! Ай-яй-яй! Так, остался хомячка одного завалить. Ух ты, это здоровый хомяк какой-то, распухший прям. Разнесло нашего хомяка. Подожди, около турели можно было залутать ящичек. Конечно, ящичек. Здоровый ящик. Но обычно здесь ничего интересного, ребят, к сожалению. Вот почему так? Столько глоков тратишь, сил, амуниции, а выпадает вот одна вот такая вот... Слушай, ну вот эта алюминиевая леска, на самом деле, очень полезная штука. Да, ребят, мы заберем ее. Мы заберем обязательно все эти вещи. Пока что у нас челлендж с глоками. Так, здесь яргик, я знаю, за стенкой есть. И вон там вот тоже неприветливые ребята вот тут находятся. Ну-ка, отстреливай вот этих-то, которые справа. Да-да-да, вот этих справа. Оружие сломалось. Руками, ребята. Рукопашка. Даже так можно использовать и на крайняк. Но можно взять еще вот такой вот глок. Да, ребят, и подлечиться бы надо. У него дополнительный магазин, по-моему, у этого блока есть. Ну-ка, покажи. Блок, да, дополнительный магазин увеличенный. Отлично. Но дамага это нам не прибавляет. Но с повышенным дамагом у нас больше глоков нету, ребята. Лафа закончилась, поэтому будем с обычным бегать. Так, ну что же, осталось зачистить буквально немножко у второго этажа. Ну, как сказать. Давай толстячка раскрываем. Здесь два толстячка, ребята, два здоровых толстячка. Вот одна какая напасть. Опять забег с толстяками у нас. И бегаем по кругу, бегаем, дамажим. Вот этого завалили, хорошо, а не догонишь. Не догонишь! Слушай, ой, реально не можешь стену догнать. Уперлись в стену, ребята. Давай. Я хочу просто подальше отбежать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично, немного дамага нам нанес. Карточку забираем, все карточки нам пригодятся. А вот здесь, ребятки, за стенкой именно тот самый. Ну, слушай, нормально мы их разносим, но можно не бояться их. Слушай, он не долбит там в дверь? Да, это, кстати говоря, стрёмно, когда он долбит. Вот этот, кстати говоря, очень быстрый яргик у нас. Очень быстрый. Он бегает неистово, ребята. Что-то мы как-то не туда побежали, мне кажется. Надо было в другую сторону бежать. А-а-а,
Ай, ударит, не ударило. Слушай, а если бы он нас ударил, кстати, возможно, мы бы откинулись на 82 всего лишь здоровья. Слушай, вот это самый быстрый ергик, который есть, он какой-то спортивный гад. Спортивный друг наш. Так, ну что же. Ребятки, ну что ж, на сегодня у нас, к сожалению, все. Мы дальше продолжим в следующем видео, так что вы ждите его, оно обязательно скоро будет на канале. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите, что вы думаете по нашему челленджу. И пока что у нас третий глок только, да, идет? Да, третий глок, ребята. Ну что ж, до скорых встреч в следующих видео. Всем спасибо, пока. Пока.